Привет, дорогие друзья, с вами я, Амина Жумабекова, И я Дильнас! я в гостях у нее. Да. И сегодня у нас будет игра. Настольная игра! Мы будем играть в котенок котенок на на стройке. стройке. Мы там ничего не прочитали, вы сами можете видеть. Да, и Амина, давай ты говори правила. Короче, здесь мы построили такие башенки. Вот мы уже Вот. начали строить. Вот кубики. Вот такие вот кубики. Оранжевые такие И вот как красные, и вот да. такие вот у нас как раз Вот, будут. сейчас мы построим вот этот, вот эту башню. И где котенок? И вот так посадим вот этого котенка. И где рулетка? И будем крутить рулетку, и у кого сколько выйдет, ну, попадет, тот и выдвигает, например, один оранжевый кирпичик. Да, вот такими вот Да. штуковинками. Все, короче, сами поняли, да, пока мы Да. объясняли. И, короче, мы сейчас соберем, а пока что пока. Вот, ребята, мы вот построили башенку. Теперь будем на Сулифа. Кто первый будет начинать? Давай. Сулифа! Я вчера тоже сперва ща, я кручу. Вот-вот. Все, теперь ты нас. Что? По два выпало. Два оранжевых и два красных. Все, давай. Амина, а как Начинаем. его брать? Вот так просто выкидываешь сразу. Так, раз, Амина, красная. Амина, 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 Амина. Да, Так, еще два красных и два оранжевых. Да, можно назад туда выкидывать. Все, ура, ты нас справилась. Пока все нормально идет. Это мои. У меня одно красное выпало вот. Самое легкое, да? Может быть. Это твое будет. Зачем так говорить-то? Сколько? Один оранжевенький. Вот кто мне видит, да? Все. Как динозавр обращается? Кирпичами. Ё-моё. По два выпало вот. Ура! А я рада. Раз, одного котика. Еще один красный. Пусть так валяется. Подожди. А, ты давай крути. Крути давай. Подожди, дай я поправлю это. Да и пусть так будет. Ага, а упадет потом фиг кто знает. Я знаю, что можно. Крути. Еще так сломаем сейчас все кубики. Амина, у тебя так, только у меня одно оранжевое. Амина, у тебя только 8 минут. А Наше лицо. Сейчас очищу, короче. Да, если оно... Оранжевое одно надо мне. О. Так, на паузу, сейчас мы все, там память очистим, ага, сейчас вернемся. А мы... Ребята, мы вернулись. А, все, мы уже бесконечно идем. Все, да. Ну ладно, пока что моя ведь очередь. Давай. О, один красненький. Один красный выпал. Ты можешь рукой. Ну, убери. Делаем что-то на моем канале. Если хотите вторую часть, можете это увидеть на Дилятском канале. На втором. Вторая часть. Все. Так, все. Амина. Пропустила. Теперь Дима. Я наоборот расстраиваюсь. Красный. Так, опять. Красный опять. Лучше не буду. Ой, упала. Фокусируйся, давай нормально. Дура, привет вам, привет. Вот твой пальчик. И нас тут не надо. Наконец-то, да? Два-два. Два оранжевых, два красных. Раз. Два.
Еще одна оранжевая, да? Нет, красная. А, красная. Да, это уже. О, 12 тебе. Пропустила! Конец! Я хотела сказать. Один оранжевый. Один оранжевый, да. Да что ты? Ты что? Тупишь. Там, короче, зарядка там не заряжается тебе. Ну что не надо. Молодец. Листики. О, один оранжевый. Блин, оранжевый так притык стоит, да? Что не можешь прям вытащить. Ой-ой-ой-ой-ой. Я хочу его вытащить. Все. Один оранжевый. Вот, чтоб вы увидели бардак здесь. Ой. Один оранжевый. Один оранжевый выпал. Если что, мы не мухнули. А то такие, о, да, да, да. А! Вчера я не знаю, как продержалась здесь. Дыра была. И потом мама такая, быстро идите. О, да. Два. Два красных и два оранжевых. Лучше не надо, Амина. Лучше не рискуй своей жизнью. Ладно, да. Ой. Сейчас ты мне так специально, да? Нет. Ну? Такие ход. Тихо. Такой хуя! Ой, вот эту. Амина, надо вообще-то оранжевый. Да? Ты три красных. Тебе все равно надо будет две оранжевые. Я бы его отсюда взяла бы, если бы мне бы попалось оранжевый. Ой. Ладно, молодец, все равно. Давай. Так, крути. Если выпадает, ничего не страшного. Так, один красный. Ой, ё-моё, смотрите, как стоит. Нет, если я сейчас его уберу, тогда оно... Так, давайте его посмотреть. Ой, я закрыла. Нет, сзади как все. Один красный нужен. Вот, Илька старается. Ничего я не стараюсь. У нас, короче, сзади попа котёнка. Мина, ты видела, как она двинулась? Да. Короче, Мина, я проиграю. Да? Да. Сейчас, с другой стороны. Ой, волосы 12 всегда. Откуда это взять? Давай аккуратно. Вот этот, да, хорошо стоит вроде. Вот, для тебя это очень... Ой, шашки, это не представляет. Всё, я проиграла. Всё, Дилька, ой. Извините, Дилька проиграла. Ну ничего, сейчас у нас будет второе. Блин, надо было этот, на желание играть. Не, всё равно, давай просто. И сейчас у нас будет последний раунд, то есть второй. Да? Я думала, это у тебя на канале будет. Ну ладно. Все, так что прощаемся. Если хотите увидеть вторую часть, это у Динаски на канале будет. У Амины. Да. У меня памяти нет. А, ну ладно, тогда дальше играем. Так, сейчас построим. Немного вы смотрите. Да, вы его посмотрите, потом я поставлю на паузу. Так, ха-ха. Блин, лучше не смеяться. Я поняла. Жанса, ей привет, если что, она смотрит. Потом будет меня рвать. Амина. Ничего. Ускалит, не пила. Ой, а что там красный? Я его туда засуну. Сказала же. И все. И все выбрать. Как я обычно играю. Настольные игры. Я, там еще был пингвин на льду же есть. Ну, я самую большую вот этот по весу такая выбрала. О, ну да, побольше все. Так что вот эту куплю. Что купила? Ну, нормально. Мужественники, да, нормально? Ну, да. Я думала, оно 10 тысяч стоит, когда я это смотрела видео. А
я Лилява, вчера точно так же этот строит, как ты вот так. Да? Да, я такая, ой, джинсы, наверное. Значит, мы же дома. Ну, это уже было понятно. Сложная мозаика. Да ты сюда поставь и все. Будешь дальше строить. Все, строй дальше. Блин, так скучно, а оружие бы было еще. Ладно, мы сейчас быстренько здесь построим. А, то сейчас выйдем. Ребята, мы не строим, потому что выживем. Все понятно, да? Я кушать, потому что хотели. Я такая, а мне его не кушать. Я. О-о-о. Лучше не надо, да? Все, вот, короче, кетчуп здесь и сухарики. Все, мы живем. Ой-ой-ой. До свидания, пока. Продолжаем второй раунд. Я так сказала, кто начали. Давайте. Ладно. В первом же я начинала. Так, у меня две. Две. Угу. По две, да? Вот, вот, стоят не мою, она. Нет, я этот хочу. У кого есть? Такая же подруга, пишите в комментариях. Амина, я на меня не берет, я хочу этот. Помогите, спасите. Ола, сейчас пока, сейчас я помогу, а то пока она. Ладно, потом другой возьму, потом я тебя все равно убью. Подожди, я сразу две вытащу. Ну, идите, что там стоит. Пока. Мама на тарелке уйди. Вот мой класс. Сейчас я тебе класс выкурю. Простите за такие выражения. Это просто 19. О-о-о! У меня тоже по 2 выпало. Вот. Ура. Ура. Раз, два, три. Этот, Амина, возьми за меня. Давай. Амина, ну я хочу его выкинуть. Подожди. Руками. Самый легкий способ. А ну так пусть будет, потом я его вытащу. Я его сама вытащу. Фу. Так, Ирина, продолжай. Я пропустила ход. 20 минут вот это. Я тоже. Вот этот ролик будет оранжевый. Амина, ну здесь посерединке опять. Конечно, конечно. Амина. Козел давай. Казахши. Красный, красный. Вот этот понял. Вот. Давайте изучать его... казахский язык, если не понимаете. Что? Вот тебе так и надо. Так, я кружу. Мы как не били. Первый раунд. Так, первый раунд проиграл 12, да? Да. Я пропустила ход. Понятно. Ну, вы поняли уже. По два, короче. Почему? Ну, мы так не сделали, да? Смотри. Здесь, например... Надо было вот так сделать, да, Лиля? Сколько ты выиграла? Три. Да? Да. Значит, вот этот один и все. Ладно, еще один. Помнишь, вот так вот было бы, смотри, здесь, например, один красный, один оранжевый, а здесь, например, два оранжевого, да? А то сделали как-то тупо вообще. Фу, да. Не смотрите на это. Я тоже хочу. Ой. Я чуть не сломала башню. Короче, продолжаем. И лучше бы сломала. Как я делаю? Когда мы отстанем от моды. Вы, короче, поняли. Считайте сами. Ой, я вам помогу сейчас. Ой, сколько там? Два оранжевого вроде. Или два красных. Просто на камере какой-то. Амина.
Угу. Мне уже нечего терять. Так, я тебя обвяжу. Амина исчезла. А вот. Все, Амина. Да. Качество лучше? Нет. Я вернула. О, а теперь я кручу. Один оранжевый. Я уже разучилась. Может, уже хватит жрать. Сейчас заберу, да? Пропустил ход. Молодец, молодец. Хорошо, как мы живем. Давай, сколько? А, понятно. Один красный. Да блин, что у тебя тут так? Бля-бля-бля. Ой. Все выкинула на своем пути. Ну, минус есть посерединке, вот смотри. Угу. Я хочу как-то, чтобы такая хоть-хоть и все. Адиля всегда усложняет себе жизнь. Думай башкой. Головой. Ой, лучше не буду. Амина, почему, когда я всегда хочу какое-то сделать, оно там не смотрится, то, что оно лёг-лёг. Я вот так вот делаю, оно падает, а? Мы интеллигентные, простите. Нет. Я нашла легкий способ! Да, давай быстрее, а то скучно им стало. Один красный. Надолго. Да блин! Нормально крути, а тут ты его так подняла. Посерединке. Ладно, давай еще раз. У меня аж пальцы что? Один оранжевый. Ой. Я похожа на моего, да? А почему ты так говоришь? Я не знаю. Давай. Это что было? Пропускаю ход. Почему? Потому что ты жрёшь. Да блин! Мы уже поняли. Амина, 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 смотри, как я делаю. Амина, я двигаюсь здесь. Ну, ты падаешь, что ты? Что ты колочишься? А нет, даже три красных и два оранжевых, видите? Один красный. Ну, блин. Надо не жрать. Съемка. Ой, я пропустила ход. Ура! О! Ура! Давай, Амина, как я. Нет, ну так не я! Почему? У нас будет усложненное правило в втором раунде. Все, давай. Ой, видели, как он... Короче, ничья! Еще сейчас будет ускоренная вторая. Нет, третий раунд. Третий раунд, да, решающий. Давай быстрее, Денис, а то уже скучно. Не надо паузу пишите. Так, подписчики, кто, у кого есть такая подруга, пишите в комментариях, которая сама себе усложняет жизнь. Третий раунд, начинаем. Давай, кто? Давай, Мина, ты проиграл. А, да, кто проиграл, тот начинает. Один оранжевый. Так. Давай не с лёгкой. Так, теперь Денис. Давай быстрее, быстрее. Пропустил его ход. Один оранжевый. Фу.
Фух, что такое? О, она мне пропустила так. Вот этот челлендж я сама одна, да, буду играть? Так. Опять пропустил ход. Ура! Один красный. Наконец-то. Девятнадцатая рада. Один оранжевый. Ну ладно. Ну вот. Ой, красный. Подожди. Давай, нормально. Другой. Может, другой я не даст. Вот, я хотела подсказать. Наконец-то. Раз. Вы рассказал, да? Только что было. Я чуть не возьму. Ой, Мина, вот оно, отсюда возьму. Пойдем вот эти, тебе будет легче, наверное. Сейчас. Фу. И еще один оранжевый. Пропустила ход. О! Пропустила, короче. Алло, наконец-то. О, подвали. Раз. Два. Три. Фу, все. Он даже его найдет. Да, пусть так будет стоять. Что, тебе оранжевый попадет, Саки? Пропускаю. Сейчас тебе попадет. Дед красный попался. О, Динка, давай, приступай к работе. Какой? Ну, посерединке давай. Давай. Красный. О, где красный? Давай, Динка. Пропустил он! О, посередине, да? Да, опять. О, мне повезло тебе. О, один красный. Блин, только что был. Фу. Когда ты падаешь, все прям сердце захватывает. Оранжевый. Да. Так, давай. О, ю. Да, Амина, сразу здесь два. Амина, лучше вот эти вот сразу же, они два упадут. Нет, лучше не надо. Нет, лучше этот возьми, только этот один. Все, Динка победила. Победила, короче. Я думала, я победю. Победю. Короче. А я думала, я проиграю. Все, будем прощаться с вами. Да, так что пока. Все целую. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И как раз не забудьте про наши инстаграмы. А, да, тут все. Все, пока! У-у-у!